Ну, собственно, у меня нет никакого доклада, у меня три маленьких наброса, такие общие. Наброс первый, чисто технический. Есть здесь люди, которые не просто общаются с пользователем, а еще импортируют осмосскую базу. И кто из вас это делает импосмом? Кто пробовал нас? Целых два человека. До таких отношений с Позгос я еще не дошел. Собственно, мой поинт очень простой. Как-то все говорили о том, что импосм полуздох, но нет, живее всех живых. Мы на него мигрировали, получили буст во сколько раз по импорту? По три раза, наверное. Ну, раза в три, если не больше. Тифа не умеет. Умеет. Никто об этом не писал в больших новостей, что... Да. Ну, в скорости мы теперь не импортим все подряд, а импортим только умные нам подряд. А, в том плане, что вы забираете... все верно, да, постмодерн умеет фильтровать на этапе... Да, у него, во-первых, богатый инструмент фильтрации, во-вторых, ты можешь все сразу вложить по слоям. Если ты это потом куда-то экспортишь, какие-нибудь векторные тайлы или еще во что-то, оно работает быстрее. OSM подвеска тоже теперь можно. В OSM подвеске самая долгая часть — это реконструкция relation. Он сначала реконструирует весь relation со всеми вариями из модов, а потом только смотрит, ой, а он нужен. Справедливости ради, в импосме relation работают ужасно. Мы с ними попереписывались, оно вроде стало получше. Вот прям совсем недавно. Но, тем не менее, надо очень аккуратно с этим обращаться. Суть в том, что перечитывайте документацию, смотрите. Там есть плюшки и печеньки. Ну, а вот просто вообще импорт планеты, с какой скоростью всасывается в космос? Вопросом, без SSD-дисков, под наш довольно богатый стиль, он всасывается за 12 часов вместе с индексами. А, с индексами и с раскладыванием слоев. ОСМ-то по GSQL на тех же машинах где-то 5 дней, по-моему, с индексами. Я помню, ОСМ недельку. Ну, вот как-то так. Там сначала накатывается вся база, потом по ней строится нифига индексов. В MPOS индексов очень мало, потому что там все разложено же по таблицам. Они нужны. Ну, знаешь, есть нюансы. SSD работает лучше. Да, не, правда. Че, вот котяр тоже за сутки. Нет, за сутки она запросто на SSD. На SSD. Я на SSD, но как бы сутки и 5 дней, ну, смотри, когда обычное время сколько. У нас есть некоторые нюансы, почему на серверах нет SSD-дисков. Нет, ну СССР нет. Сейчас Россия у многих охинялась. У меня достаточно стандартный половой сервак. Стандартный, что? Он, конечно, навороченный получился, но за сутки буквально. Но в тупую, да, без раскладывания по каким-то слоям. Просто с распарсом с сколько опять их? Оперативки 96 гигов. Не, у нас двух суток где-то. У нас не все. Ядер сколько? 24. 24 потока теряешь? Нет. Ну, а сам тут тебе используем один поток теряешь. Не, он проверить. Потом. Но тем не менее, довольно паршиво все делает. Наша основная проблема была с тем, что он где-то двое суток чистых импортил, а потом еще кучу времени накладывал на это все индексы. А из чего вы импортили? Из ПБФ-ника. Из ПБФ, слоев. Прости, что заумничал. Может, конечно, ради боли из XML, но... Смотри, я когда-то баг находил. А, нет, из ПБФ-ника он импортил у меня лучше. В какой-то момент я обнаружил, что свежий OSS по PGSQL, ночной наш момент, из ПБФ-ника требует в два раза меньше диска, чем из ОКТЕМа. Мы почему так происходит? Причем вот не то мы там занимаемся. Сам ПБФ не будет. В смысле, нет. Что у тебя требует? Вот просто, понимаешь, я запускаю импорт из ОКТЕМа,
Вот хотя бы лежит на отдельном пакете. Сходи, лежит на отдельном пакете. Лоды тоже выносите. Все лежит на маленьком пакете. Запускаю? Ну, конечно. Но толстая дыша. Запускаю. Мало ли, но тоже. Видишь, ты сам не чувак. Нет, основная боль на диске, как бы. Машина все упирается в диск. То есть, если ты поставишь сам диски, будет лучше, если ты поставишь SSD прикачер, будет лучше, если ты поставишь SSD only, будет вообще лучше. Кстати, я могу вопрос, как ползать? Я просто хотел использовать, чтобы посмотреть, да, сейчас. Наоборот, подсасывать. ПБФ. Кстати, может, я не понимаю. Илья, если что, я тебя не слышу за этим спором. То есть, я правильно понимаю, что карта спутника в продаже работает на бетой версии USB? Да, вполне себе работает. Это всегда так. Слушай, все, что связано с ОСМ, оно работает на бета-версиях, на альфа-версиях. Даже если не на бета-версиях. Это же очевидный момент. А, давай набросы на два. И осталось два совершенно организационных наброса. Один наброс короткий, хотя, может быть, сейчас тоже будет масса холивара. К концу февраля спутник съезжает из нашей уютной жопы мира в Биберево, отправляется... В Румянцево? Ну, понимаете. Но суть не в этом. Суть в том, что это большое ростелекомовское здание с плюшками, печеньками, сильно похожее на офис Мэйла, и, вероятно, у нас появится площадка номер 2 для проведения там всяких тусовок, конференций. Там есть большой зал. Мы вроде как договорились про то, что у нас... Что там есть? Метро. Ну, кстати, может, я... У нас, кстати, на сервере тоже смогу выбрать помещение, пока начальство склоняется. Нет, есть предварительная договоренность, что мы там часть времени можем использовать залы этого бизнес-центра под организацию всяких тусовок, поэтому, вероятнее всего, все будет хорошо. То есть для того, чтобы убедиться, надо попробовать хоть раз, как это будет выглядеть. Когда вы приезжаете в конце? Ну, мы переезжаем под 25-го, но, в принципе, туда уже въехали всякие Oracle и так далее. Да, они первые несчастные, они въехали в строящийся центр. Как и Боря Полгана. А мне Сергей же говорил, что вы никогда не увидитесь в Румянцево. Он надеялся до последнего. Надеялся, да? А что там, удобно, метро, рядом с Канекс, его бывший место работы. Ну да, прям в соседнем здании. Может, поэтому хотел. Он надеялся, что никогда больше. Не увидит. Вообще, он обещал сюда прийти и сделать... Третий наброс. Он не успел зарегистрироваться. Пятницу закрыли с утра и вечером не смог. Спейспал. Я пошел на принцип. Ну, поскольку он сюда не приехал, вместо него третий наброс буду делать я. Он такой тоже чисто организационный. Мы тут не так давно ездили, общались с департаментом информационных технологий Москвы. Они в целом готовы менять лицензию ради OpenStreetMap под большинство данных. Весь вопрос в том, на какую. Просто пометку делать данные доступны так, а еще для OpenStreetMap они не готовы. Поэтому надо сформировать какой-то вариант лицензии, который позволит вливать данные в открытые проекты. Но не CC0. Почему? Потому что... Потому что. Какая аргументация? Не, ну, смотрите, это решаемо, потому что сейчас у данных лицензия CC-BY. Окей, CC-0. То есть... Не, мне нужно либо как раз цитировать другую, потому что ты ждал, что у него DBA. Ты не можешь другого DBA источник в ассемблии, потому что тебя требует метабличный терминс, а они требуют, что ты можешь перелицензировать данные потом, по любой лицензии. Ты можешь у кого-нибудь купить аккаунт из этих самых. Это проще. Поставят. Вот есть 2-0. CC0. Сейчас поменяем. Сейчас у данных Москвы лицензия CC-BY. То есть единственное требование это признание тип Москвы по любому использованию данных. Понятно, что требование несовместимо с нами и вот. Но это несложно поправить. Понятно, что мы сейчас не готовы. Вот. Но в области мэпи так обычно удовлетворяется за требования. Это, в общем-то, единственное разрешение. Потому что у нас есть специальные вики-страницы, на которые пишется, откуда в том числе обязательно видео поступает. То есть, с одной стороны, это атрибуция, но с другой стороны, это не при каждом использовании данных, а только при зависимости от поступает. Все, что требуется, явно прописать в лицензии. То есть, если прописать, что должно быть
использовать этот проект, как проект может быть, что использовать данный DIT, то есть не все пользователи данных, только сам открытый проект. Если в это не пойду, то можно сделать эти свести. То есть в Creative Commons Service CI написано, что атрибуция должна быть способом, который определил владелец данных. То есть там нет одного способа, который должен быть. Поэтому Москву может сам решать, насколько большой атрибуция хочет, это часто А мораль этого спича довольно проста. У кого есть идея, что лаконично юридически правильно оформить welcome. Понимаешь, лаконично есть многие могут, а юридически правильно. Вот, это уже проблема. Диплом, как бы, закончил юридический факультет. Вот, так что юридически правильно. Ну, дело в том, что сейчас у DIT Москвы лицензия, которую написал я юрист, который из меня, как, впрочем, и во всех открытых данных в России, мне кажется. Не помню, это лицензию, самые первые данные, а Data Plus писали. Когда его средства говорят, а мы сейчас все откроем. И мы сидели, как дураки, все эти лицензии пересчитывали, пытаясь понять, как это можно дождь. Мы нам силами аналитиков из отдела какие-то лицензии сваганили, возможно, на основе этого, я просто не помню, тот результат какой был. Там реально во всей этой движухе с открытыми данными изначально юристы даже в правительстве не привлекали. То есть это там какие-то айтишники безумные, которые говорят, давайте мы все работаем. Зная типичных юристов, которые работают с такими организациями, когда ты говоришь про открытые данные, они умеют делать одну вещь – запретить. Поэтому их обычно не привлекают к этим лицензиям, получается то, что получается. Ну, по опыту Яндекса, даже если юристы начинают пытаться разобраться в таких лицензиях, они обычно… Техники разные. Ну вот, сегодня ты уже рассказывал, да. Про поводу GPL, поэтому все хорошо. У меня совсем все, поэтому предлагаю продолжить холивар на тему Postgres и Postgres.